При содействии Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан в период с 21 октября по 5 ноября 2019 года в городах Актобе, Уральске, Караганде, Алматы и Шымкенте состоялись двухдневные обучающие семинары для молодежи по вопросам профилактики религиозного экстремизма. Всего в семинарах приняли участие свыше 500 человек. В последние годы наблюдается активизация деятельности деструктивных религиозных течений, которые активно вовлекают в свои ряды молодежь. Согласно оценкам экспертов, в среднем 80% участников радикальных экстремистских организаций являются лица, возраст которых составляет от 17 до 30 лет. В качестве спикеров были представлены известный блогер Яков Федоров и эксперты в сфере волонтерской и религиозной деятельности Уалихан Турарбекулы и Мейрам Иманбаев. В ходе семинаров эксперты раскрыли пагубность идеологии радикализма, поделились навыками работы в социальных сетях, а также рассказали о деятельности волонтерского движения в стране. В результате был объявлен старт началу республиканской акции «Казахстан Without Extremism» и конкурса среди лидеров молодежного антиэкстремистского движения по следующим номинациям. Лучшая постпубликация в социальных сетях. Лучшая креативная акция по противодействию религиозному экстремизму. Лучший организатор волонтерского движения. Республиканская акция «Казахстан Without Extremism» направлена на формирование у молодежи антиэкстремистского сознания, повышение правовой и гражданской ответственности в вопросах противодействия религиозному экстремизму. 25 самых активных представителей молодежи приняли участие в республиканском тимбилдинг в городе Нур-Султан 21-22 ноября текущего года. Казахстан! Without Extremism!